сейчас городок. Мне надо закрывать мысли сюда. Где-то снять квартиру в горах. Сейчас летит на видео в горах. Домики, коровки, козочки. И люди что-то выращивают. Просто где-то в горах пожить. В таком домике. Попить парное молочко. Надо поискать. Боже, ну как же тут все красиво. Очень напоминает Ялту. Тоже горная местность, вся в цветах. Фетхие. Квартира сдается в аренду. Ресторанчики. Призыв к молитве слышу. Даже через мои наушники. Бензин 23,88. Меньше, чем доллар. Доллар 32,5. Turkish lira. Все, что ли, мы уже приехали? Ой, как там красиво. Привез меня автобус такую красоту. Пойду сейчас разбираться. Ехать, конечно, мне далековато до Голубой лагуны. Наверное, здесь сегодня переночую. Завтра поеду в Голубую лагуну. Сегодня пойду по городу. Нашла дяденьку, он мне дал визитку по Мукале. 4 часа отсюда доехать до Памукале. В общем, я тут пробуду 2 или 3, может быть, даже 4 дня, потом поеду в Памукале. Это 4 часа отсюда ехать. Там я день-два пробуду и оттуда поеду уже на Каппадокию. Прям мне тут нравится, я сейчас тут что-то поем. А что я чего-то хочу? Даже не знаю, чего я хочу. Нет, такого не хочу. Нет. Где-то хожу. Он сказал, что до Blue Lagoon идет, я спросила этого дяденьки, который по Мукале меня хочет отвезти, до Blue Lagoon идет микроавтобус. Где-то здесь. Где-то здесь, либо где-то там. Да, где-то, наверное, там. Пошли посмотрим. Это должно быть где-то здесь, наверное. А, как же называется? А, вот. Алло, Денис. Алло, Денис. Bus station. Can I get bus to Алло, Денис? Yeah. Yeah, here. Right here? Yeah, here. Okay, you're going to? Yeah, we're on the same bus. Okay. But we get off before Алло, Денис. Okay. Дяденька был американец, прямо такой красавчик. Он говорит, каждые 10 минут автобус отъезжает в этот, в Голубую лагуну, поэтому я хочу походить. Они сырые. А, они уже с рисом, без рис. Окей. Короче, можно вот тут заказывать себе. Оп, sorry. Meatball, chicken saute. Окей. Свежий meatball. Зашла в магазин и нашла вот такой чеснок. Я за ним заскучилась, у нас такого чеснока нет. Вот этот вот беру. Ой, как я хочу этого чеснока, прям не могу. Взяла Иран. А теперь я добираюсь до Голубой лагуны в таком маленьком рафике. Как в старые добрые времена в Ялте. Видим, дверь сама закрывается. Улочки такие узенькие, горы кругом и маршрутка. Красотень! И оттуда закатище потрясающее.